По-прежнему одна из главных опасностей как для детей, так и для взрослых – это коронавирус. На борьбу с этой инфекцией Иркутской области дополнительно выделят 1 700 000 000 рублей из резервного фонда правительства страны. И эти средства очень нужны региону, ведь пока уровень заболеваемости не снижается. За сутки диагноз COVID-19 услышали еще 390 наших земляков. При этом 47 пациентов с коронавирусом скончались. 5 из них от сопутствующих заболеваний. В связи с таким всплеском заболеваемости в регионе принимается ряд мер. Так, Министерство по молодежной политике и здравоохранению, объединившись, организовали доставку лекарств на дом зараженным коронавирусом жителям. А в Братске создан целый штаб для помощи поликлиникам. Туда привлекают неравнодушных братчан от 18 лет. Они оказывают помощь по организации части, поэтому специальные навыки не нужны. 4 часа в день по своему индивидуальному графику каждый волонтер выбирает сам. Это помощь в колл-центре, в регистратуре, измерение температур и консультация граждан.